Я по стеклам дошла до предела, замыкая привычный круг. Доверять научиться хотела, но уроков таких не дают. Из-под лобья глядеть несложно, а вот открыться труднее всего. Папа часто твердил: «Осторожней». Я слушалась вновь его. Видит Бог, я и правда старалась, но нет сил снова сделать шаг. Столько раз я уже ошибалась. Ты скажи, почему все так? Почему рядом нам не место? Почему мы с других планет? Подскажи, как суметь наконец-то не искать чувства там, где их нет?